В этом видеоролике мы рассмотрим добавление доводчиков и использование нижних шарниров в перегородках на системе классика, вектора и остальных. Для этого заходим в проект, переходим в пункт номер 3 дверные проемы и в области доводчиков мы можем производить замену использования доводчиков и использование нижнего шарнира. В нашем проекте идет две двери, левая и правая. Для того, чтобы использовать на левой двери нижний шарнир, нажимаем на этот значок и выбираем «Нет». Это подразумевает под собой использование на этой двери не доводчика, а нижнего шарнира. А нижний шарнир отображается вот в этой области. Таким же образом можно убрать доводчик со второй двери. Нажимаем на соответствующую картинку и выбираем «Нет». А тем самым в нижней части перегородки вместо доводчиков мы используем обычные подпятники. Также можно использовать на одной двери доводчик, на другой подпятник. Допустим, добавим на правую дверь доводчик. Для этого нажимаем соответствующую кнопку и выбираем доводчик. Получаем на правой двери доводчик, на левой двери подпятник.